Жень. А, ну по 5 будет играть. По 5 с одной стороны, 5 с другой команды. Играть можно. Здесь, конечно, поменьше, но что есть, то есть. Сейчас разделимся по командам, по 5 человек. Ну, ребята, с девчонками поделитесь между собой, чтобы защитить. В каждом автомате есть автомат и повязка, это один маленький компьютер. Связь между повязкой и автоматом через Bluetooth. Играете? Не надо высовываться голову одну, автомат прятать. Почему? Потому что, а вдруг там тоже кто-то стоит и сразу стреляет. Поэтому, кто командир? Я. Командир, опять командир, да? Раздай всем по одному жилету, одевай. Быстренько давайте, одевайтесь. Бежит на базу, подбегает и нажимает кнопку. Понятно, да?